внутренней нежности растут. Вот пойдем заниматься. Чего надо день правильно начинать? Так мы сегодня с тобой все проспали, что только можно. Я тебя люблю. Ну что, котики, пришло время вашей второй прививки. Это опять сейчас вас всех собирать, значит, развлекать в машине и еще и рулить, да? Вы же мои красавцы. Как быстро время летит. Так неохота ехать. Столько еще дел впереди. Давай вызовем такси. А, точно, можно же вызвать такси. Есть же приложение Максим. Поедем мы в ветеринарную клинику. И здесь прям можно добавить в деталях, что мы поедем с животными. Готово. Все, остается всех собрать и дождаться такси. Ну а пока мы с хвостатиками ждем такси, я вам расскажу, что это за сервис. Это такси Максим. Ему я доверяю не только свою безопасность, но и безопасность своих любимчиков, хвостатиков. И спокойно можно с ними доехать до ветеринарной клиники. Там могут вас подождать и дальше вернуть домой. Также можно такси арендовать не только на определенную поездку, а оплачивать по времени использования. Когда едешь во много точек, это очень удобно. В общем, у меня для вас есть промокод на скидку в этом такси, поэтому ловите его, переходите, ссылочка в описании. Ну что, будем собирать котяток? Да. И вот мне пришло уже уведомление, такси нас ждет, так что мы собираемся выходить. Котеночек, ну покажи, как ты крутишься на спинке, а? Мар. Ой! Что? Дружок твой? Какая волчара. Ай, такая красивая кошка. Где моя красивая кошка? Где? Ой, моя красивая урчит, кошка. Урчит, что ли? Да, урчит. Он обрадовался, я подошла. Офигеть. Значит, буду гладить его. Да? И вот моя... Ой, моя любимая даже. Еще это одна. Я понимаю, урчит. Пума – это как бы такие последние самые крупные кошки, кто еще умеет урчать. А кто не умеет уже так почеши его? Он очень хочет этого. Ну, куда так он упустился? Тут я понимаю, конечно, размерчик. Что вы сделали с диваном, а? Красота вообще. И лежат довольные. На диване, разобрали диван и лежат довольные. Блин, нормальная тусовочка. Красавчики. И все на диване с огном лежат, да? Это Мартин? Это Мартин там, да. Зазывает. Кайфует на солнышке. Не помещаетесь немного, да, втроем уже там? Смотри, идет себе. Кто это идет? Я это Умка. Умка. Хана, она пятнистая. Ой, какой кот играет, кот играет. Какой кот у меня тут играет с мячиком-то. Ой, ты, боже мой. Мячик еще жив. Не будешь на камеру играть? У Пумы сегодня очень игривое настроение. Ну что, вы гладите? Ну, игра, она по-разному. Она некоторых мужиков совсем не воспринимает, поэтому я не знаю каждый раз. Но если не воспринимает, то она сразу шипит. Сейчас она не хочет. Они сейчас на собаку реагируют. Руфи, пополнение. Еноты то, что недоразобрали. Стул я сейчас Руфи отдала. Такой мелкий. Ну, он такой должен быть. Он крупный вообще для Вовка это. А,
это же не просто рысь. Русь — это же другое. Да, это американская рысь. Это другая рысь совсем. Ты к нему, конечно, не зайдешь. Русь, смотри. Это другая разновидность рыси, видишь? Смотри, какая красота. Вон, как он на ней. Гавкнул. Он гавкнул, реально. Нормально, ты слышала это? Ты слышала, так гавкнул? Это, конечно, мощно. Рыжий собакой. Да-да-да. Он это по собачьи начал говорить. Не хочешь, Катя? Не хочу уже. А хотела? Да. Что были такие рысята? Они же маленькие были, да? Да, они не крупные. Но с их разведением не все так просто, на самом деле. Мало кто у нас их разводит. Слушай, что он более агрессивный, чем те рыси. Это правда, да, или нет? Да. Русик. Яйками сами светит. Вижу. Конечно, не очень. Как из ада, да? Да. Реально, как из ада. А жопкой. Повернись. Мы же говорили уже. Видишь, снимать? Это я понимаю. Слушай, они такие разговорливые. Да, он очень говорлив. Мы же даже записывали как-то его. Реально, как из ада звуки. Сыр-сыр-сыр. Слушай, ну как он гавкнул. Никто это не заснял? Я засняла. Гавкнул. Носки такие спокойненькие. Посмотри, стульчик тебе поставили. Ну, стульчик посмотри. Нет. У тебя улучшили твои условия, комфорта добавили. Комфорт плюс. Да, комфорт плюс теперь ты у нас. Слушай, у меня такой хвостик подвижный. Да, да. И яйки пушистенькие. Яйки, да, нагные. Слушай, может, ты все-таки ему девочку? Нет. Таких рысят. Таких? Не уверена? Ну, рысята же не будут такие агрессивные. Слушай, это просто зверь, реально. Слушай, что-то он сегодня... Что-то мы его сегодня немножко раздражаем. Ну, сегодня реально нет, просто не зверь. Не знаю, с утра он был хороший. Да, это совершенно жопа. Ты чё с такой телефоном? Слушай, большие рыси намного более спокойны, чем вот это, блин, маленькое злодей. Маленькое зло. Воздуха. Руфи. Какие легкие, хорошие, разработанные. Руфи. Руфи, а в разных тональностях можно? Руфи, давай что-нибудь новенькое. Что-то он сегодня явно не с той ноги встал. Ладно, Руфи, я делаю это раз в год, злю тебя, ну что ты? А может, он так разозлился, то, что мы ему стул добавили? Может, ему просто не нравятся люди высокого роста. Может, ему стул не нравится. Может, ему стул не того цвета. Он вообще как бы... А веточку с растениями, на. Полезно, да, бери. Все, что он мог сказать. Давай играть. Он испугался. Серьезно, испугался палку? Давай играть. Растение с этим ему больше, конечно, зашло. Он уже понял, что первое ему. А что за, подожди, получается, одна рысь это какая, которая большая, это какие? Это линкс-линкс, а это линкс-руфс. Понятно. А где такие живут маленькие? В Америке, в Канаде. Что-то не очень хочется сейчас с тобой. Смотри, какая лапочка. Хороший а, котик. Они, кстати, в Америке прям реально на участке к людям приходят. Серьезно? Дофига видосов, да. Потискаться. Потискаться? Да. Но вот это, видимо, вот не мальчики тискаться. Да нет, вот именно вот так потискаться. А, вот так. Ну. Смотри, ой, какой стульчик. Собак в клетке вообще будет беда, да? Да. Он не очень собаку любит. Смотри, какой стул. Мне кажется, он разозлился, на самом деле, за то, что что-то поменяли в вольере, что я стул да, поставила. Принервировал нормально так. Изменений не любит. Прям такой. И ругается. Да нет, потом его полюбит, будет валяться на нем. Кушкель. Пока ему просто надо свыкнуться. Он даже еще не запрыгнул ни разу на него. А еще он прикольный, он любит воду. Мы периодически ему ставим воду в, ну, в баке. О, и он это... Что это за ласки тут начались? Это... Внезапные. Опачки. Красота какая.
Он просто выпустил всю свою злость, гнев. Теперь уже можно и погулять. Следующая стадия принятия, да. А он же тоже был котенком? Да. Ты его что, гладила? Да. Он добрый был довольно-таки. Ну так, он характерный был, но добрый был. Нет, звоночек к мебели хорошо очень относится. У него кожаный диван стоит, и он его не разодрал, не ничего. А вот к людям, видимо, не очень. Ну да, к людям не очень. Практически спа. Под лапки вам пустить? Смотри, как на лапке делается. Пилинг. Пилинг. Ну, а нам еще под лапки. А пузико. Очки. Кстати, она офигенно отшелушивает. Угу. Она загорает уже чуть-чуть, мне кажется, немножко обгорела, красноватая какая-то. Поджарилась. Поджарилась. Морчит как котик. Все любят за ушком. Он жесткая щетина? А, да, слушай, классная штука. Слабо. Угу.